Итак, для начала уже вымытые баклажаны и цукини нарезаю такими средними кружочками. Все складываю в отдельную миску пока. Можете использовать вместо цукини кабачки, это будет то же самое. Нарезаю также кружочками томаты. Цукини и баклажаны складываю в миску, солю и оставляю в сторону, чтобы они настоялись. Тем временем готовлю соус, нарезаю мелко лук. На оливковом масле поджариваю красный лук, добавляю туда отжатый на презе чеснок. Все хорошенько поджаривается, и потом туда добавляю, вот у меня помидоры кусочками с травами. Можно использовать томатную пасту, любой томатный сок, в общем, на ваше усмотрение. Все протушивается, уже все готово. Смазываю форму для запекания оливковым маслом. И вот таким рядом выкладываю ингредиенты. Кусочек баклажана, кусочек цукини, помидор и так далее, все по кругу. Таким образом заполняю всю форму. Духовка уже разогревается до 180 градусов. Выложила все ингредиенты. И теперь сверху заливаю нашим томатным соусом и отправляю в духовку на минут 40. Вуаля! Очень вкусная закуска. Готова к столу. I felt your heavy breath.